удивительные приключения. Поезда от Лего Дупла – классический подарок на Новый год. На время активных тренировок вы надеваете одежду, которая свободно дышит. А ваш малыш активно двигается весь день, и его кожа дышит 8 раз интенсивнее кожи взрослого. Поэтому мы создали совершенно новые трусики Хаггис Лицо, которые позволяют коже малыша дышать свободно. Более 10 тысяч микропор пропускают воздух, что помогает защитить кожу от перегрева и обеспечивает ей максимальный комфорт. Такой же, как в моих объятиях. Новые трусики Хаггис Лицо. Нежные, как мамино прикосновение. Черная карта Gold Arabica дает насыщенный вкус и погружает в волшебный мир мечты. Зерна арабики для вашего наслаждения. Черная карта. Счастье в твоих руках. Мы всегда поддерживаем друг друга, а здоровье сердца и сосудов помогает поддерживать кардиомагнил. Сердце не место для экспериментов. Кардиомагнил вот уже 15 лет на страже здоровья вас и ваших близких. Кардиомагнил дарит вам время. Молодая кукуруза. Внимание, внимание. Пока вы готовите салат, сочную молодую кукурузу от Бондюэля съедят прямо из банки. Бондюэль, до встречи. Доброго дня. Ждем какого-то чуда, исполнения сокровенного желания, о чем мечтали многие-многие годы. Знаешь, что удивительно, мечты сбываются не только у зрителей, но и у артистов. Потрясающий, удивительный, невероятный дуэт прямо здесь, на этой сцене. Встречайте Ольга Кормухина и Интрес Бусулес! Yeah.
Это для мудрой и вечной любви все равно. Яночка, скажи мне, пожалуйста, а кем ты мечтала стать в детстве? Ну, очевидно, что телеведущей. А чего не стала? Шучу. Я лучше сейчас не буду отвечать тебе на эту твою глупую шутку. А я лучше послушаю новогоднюю красивую песню. Я к тебе присоединюсь. Итак, встречайте на сцене Анастасия Макеева. И Александр Коган. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show signs of stopping, and it brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out of the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Как ваше настроение? When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. All the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Пусть ваше настроение в новом году будет таким же легким, таким же красивым. И любви вам с Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! Главное правило приготовления хорошего новогоднего блюда – это не мешать маме на кухне. Еще скажи, не бегать по вымытому. Ты знаешь мою маму. На самом деле, мой секрет, мне кажется, гораздо более эффективен. Нужно взять русского и грузина и смешать их в одной песне. Получится дуэт Леонид Агутин и Сосо Павлиашвили. Красную, может, что-то, красную, зеленую, там. Собака любит коричневую, снежную, желтая, там. Не придавал, просто летел в рай на ощупь. Стал ним.
небо. Ты меня прости за мою любовь. За грехи меня прости, только небо. Просто сотри, просто забудь. И не суди слишком строго. Если с пути можно свернуть, значит, мало та дорога. Счастья, радости и вдохновения. А сейчас сделаем подарок для тех, кто любит старые добрые песни. Итак, на сцене встречайте Денис Майданов и Сергей Трофимов. И Текст-студия «Флаг». В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Мы волшебную косим твой траву.
дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют. Она все равно, она все равно. Пусть боимся мы, Бога и сову. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы волшебную носим трын траву. С Новым годом вас! Праздник начинается! Перед Новым годом на Первом канале вакантная должность. Царь, очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Требования к кандидату. Высокий профессионализм. Занимайтесь государственным делом. Возьми палку! Диктуй! Умение работать в команде. Ты по что боярню обидел? Смерть. Стратегическое мышление. Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уж опасно. Опыт международной работы. Отвечай что-нибудь. Видишь, человек нарывается. Гитлер, Габут. Умение подать себя. Вот, вы думаете, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Народная комедия в любимый праздник. Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь. Иван Васильевич меняет профессию. Сегодня на Первом. Российские авиалинии. Что приготовить? Пастори. Готово.